Софи Тернер и Джо Джонас на премьере документального фильма «В погоне за счастьем. Москва», 16 июля, РИА Новости. Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас проводят тропический медовый месяц на Мальдивах. Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас проводят тропический медовый месяц на Мальдивах, сообщает и News. Тернер и Джонас поселились на роскошной вилле на острове Кунгунатху. Одна ночь там стоит от 1400 до 28 тысяч долларов. Рай, поделилась Тернер в своем инстаграме. Просто волшебное место. Тернер и Джонас уже отдыхали вместе на Мальдивах в 2018 году.